Вот такие классные товары ждут вас в этом видео. А еще в конце видео будет конкурс. Айда смотреть! Всем привет, друзья, с вами канал Аль Пачино. Сегодня я подобрал для вас небольшой топ из 15 самых полезных и покупаемых товаров сайта AliExpress. Я уверен, они вам понравятся и пригодятся. Чтобы не пропускать мои ролики, то нажимайте, пожалуйста, на этот колокольчик и всегда будете знать, когда выйдет новый. Все ссылочки на товары и на видео, как пользоваться кэшбэком и экономить деньги с покупок в интернет-магазинах, есть в описании под роликом. И как всегда, те, кто досмотрит видео до конца, примут участие в конкурсе с денежным призом. Приятного просмотра! Первый товар у нас сегодня – это держатель угла заточки для ножа. Это специальное приспособление, позволяет задать и удерживать правильный угол во время заточки ножей. Держатель обеспечивает угол в зависимости от ширины ножа, подходит для заточки практически всех типов кухонных и туристических ножей. Максимальный угол, который можно получить при ширине лезвия ножа 2 см, равен 30 градусам. Чем шире лезвие, тем меньше угол. Держатель закрепляется на ноже, что позволяет с легкостью заточить его под нужным углом и сделан из высококачественного прочного пластика. Беспроводной выключатель идеально подходит для дистанционного управления кристаллическими светильниками, лампами низкого давления, люминесцентными лампами, энергосберегающими, вытяжными вентиляторами и так далее. Быстро и легко устанавливается с возможностью подключения любых нагрузок. Есть пульт дистанционного управления и переключатель. Их можно использовать одновременно для простоты и гибкости. Пульт работает в пределах 30 метров. Выходное напряжение 180-240 Вт. Рабочая температура минус 20 плюс 60 градусов. Меламиновая губка изготовлена из меламиновой резины. Это пластик нового поколения, который чистит без применения химических средств благодаря особой структуре, захватывает грязь и впитывает ее. Губка бережно чистит любую твердую поверхность, не оставляя следов, разводов и царапин, стирая детские рисунки, следы от карандаша и маркеров, чернила, пятна, разводы с пола, стен, стекол, зеркал, дверей, различных предметов интерьера и бытовой техники, удаляет грязь, известь, мыльные разводы в ванной и бережно чистит любые поверхности. Ее используют по принципу ластика. Просто водите ею по пятнам, прикладывая небольшое усилие, и ржавчина, засохший жир, следы фломастеров и накипь уйдут без труда. Удобные регулируемые ремни для безопасной и комфортной переноски тяжестей. Отличаются простотой в использовании и предназначены для удобной, легкой и безопасной переноски бытовых грузов. Чтобы перенести крупногабаритный предмет при помощи ремней, необходимо как минимум 2 человека. Для этого ремни протягиваются под грузом параллельно друг к другу. Если переносимый груз без ножек, то ремни подкладываются крест-накрест, чтобы они не выскальзывали. Потом нужно просунуть руки в отверстие ремней таким образом, чтобы ремни были в основании локтей. Соответственно, кисти рук останутся свободными, и ими можно дополнительно поддерживать поднимаемый предмет. Такие ремни в несколько раз уменьшают нагрузку на спину. В результате и осанка не портится, и здоровье сохранится. Машинка для приготовления долмы и огурцов. Это удивительный универсальный прибор, который самостоятельно сворачивает полуфабрикаты, такие как голубцы разного размера и не только. Вы сможете превратить рутинную работу в настоящее удовольствие. Действия предельно простые. Положите капустный или виноградный лист на прибор, сверху наложите фарш, после все следует поместить в специальные отверстия в машинку и плавно двигайте каретку, чтобы сделать полуфабрикат. С ее помощью также можно свернуть рулетики из лаваша, ветчины и баклажанов с различными начинками. Непромокаемые носки – это недорогое и эффективное решение проблемы промокшей обуви ног в весенний, осенний или зимний период. Если ваши ботинки или сапоги насквозь промокнут, они станут отличной заменой сухой сменой обуви. Полиэстеровое волокно с активными добавками на основе серебра, которые вплетаются непосредственно в нить ткани, а не наносятся на ее поверхность. Благодаря своей специальной структуре эффективно отводит влагу с поверхности кожи и тут же испаряет ее снаружи ткани, таким образом защищая организм от перегрева и оставляя кожу сухой. Удобный многофункциональный столик-трансформер – это замечательный аксессуар для любого пользователя портативного компьютера. Устройство подходит для обустройства на нем любого ноутбука, планшета, книжки или вообще чего захотите. Его также можно использовать как прикроватный столик или как столик для ноутбука в постель. На столешнице имеются две небольшие панели, которые будут придерживать ноутбук или другие ваши гаджеты от соскальзывания. Складная конструкция поможет в легкой транспортировке. Столешница изготовлена из алюминия.
Ультрафиолетовые сушилки для обуви. Зимой такой прибор вам точно пригодится. Они являются уникальным изобретением. Они предназначены для использования спортивной обуви, обуви для активного отдыха и повседневной обуви. Внутри каждого прибора используется двойное количество ультрафиолетовых ламп, что дает возможность уничтожить 100% грибков и других неприятелей за время обработки всего 6 часов. Сушилка обладает ярко выраженным фунгицидным действием, также обладает дезодорирующим эффектом и устраняет неприятный запах внутри обуви. Регулярное использование данного прибора позволит не только уничтожить грибки, бактерии и запах, но и предотвратить их появление в обуви. Светодиодная лента создает белое теплое свечение и может использоваться в любых уголках или вне помещений. Очень красиво и необычно будет смотреться, если вы приклеите ее сзади телевизора. Для питания всего отрезка необходимо напряжение в 12 Вт. При этом потребляемая суммарная мощность составляет 24 Вт. Лента прикрепляется при помощи скотча с двухсторонним липким покрытием. Сенсорный выключатель освещения предназначен для управления нагрузкой в режиме «включить-выключить». Управление осуществляется на сенсорной панели. Поддерживаемые типы ламп: лампы накаливания, энергосберегающие, галогенные лампы 220, люминесцентные лампы и светодиодные лампы. Панель выполнена из оптического стекла OptiWhite, которое устойчиво к износу и удобно в уходе. Подключение к электросети происходит по стандартной схеме, а установка выключателя осуществляется в круглую монтажную коробку для скрытого монтажа. Очень стильный и удобный девайс. Ваши гости точно заценят. Стельки с подогревом. Не очень приятные ощущения бывают, когда пальцы ног настолько замерзли, что ты уже перестаешь их чувствовать, а идти нужно еще далеко. Но это стало не проблемой, когда появились такие умные стельки с подогревом. Они работают на дистанционном управлении и очень пригодятся вам не только в осеннюю пору, но и зимой. Шнур в комплекте на 1.5 метра. Зарядка стелек осуществляется от сети через разъем microUSB. Если рядом нет розетки, вы можете зарядить умные стельки от вашего аккумулятора. Зарядное устройство аж 6 портами. Оно способно заряжать до 6 гаджетов одновременно. Помимо 4 стандартных портов, есть также порт для быстрой зарядки Quick Charge 2.0, а также Type-C. Стандартные порты выдают до 2,5 ампер тока. По изготовлению зарядка очень качественная, ничего не скрипит и не люфтит. С такой зарядкой вы освободите как минимум половину розеток в доме, и все ваши гаджеты будут в одном месте. Я сам лично пользуюсь такой, и она меня очень выручает в поездках, когда нужно позарядить сразу несколько гаджетов. Рекомендую. Термос на 800 мл. С ним горячая еда или питье всегда будут у вас под рукой. Термос с двойными стенками из стали и вакуумной изоляцией. Оттого еще лучше сохраняет температуру содержимого. Благодаря этому, а также возможность менять крышки, станет надежным компаньоном как для велопрогулки в знойный день, так и пешей вылазки на природу в зимнюю стужу. Закрывать и открывать крышку можно одной рукой. В открытом виде крышка фиксируется, поэтому можно не беспокоиться, что при наклоне она ударит по носу. Помимо этого, крышка оснащена страховочной защелкой, верно предохраняющей от спонтанного раскрытия в рюкзаке или сумке. Wi-Fi Repeater – это компактный усилитель беспроводного сигнала. Устройство создано для использования совместно с маршрутизатором для обеспечения увеличения зоны покрытия. Репитер отличается миниатюрными габаритами, что позволяет легко носить его с собой повсюду и брать в поездки, и обеспечивает скорость соединения до 150 мегабит в секунду. Он максимально прост в установке и настройке. Все, что вам нужно, подключить его к USB разъему, после чего он автоматически синхронизируется и будет готов к работе. Надежный и чувствительный настенно-потолочный детектор угарного газа предназначен для раннего оповещения о наличии в воздухе монооксида углерода, угарного газа CO. Снабжен LCD-дисплеем, отображающим наличие и количество угарного газа в воздухе. Имеет 2 светодиодных индикатора и звуковую сирену мощностью 85 дБ, издающую громкий предупредительный сигнал при повышении концентрации CO, сверхдопустимых для человека норм. Рекомендован для использования как в жилых, так и небольших производственных помещениях. Соответствует европейским стандартам. А вот и конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать новогодний стишок в комментариях. Подписывайтесь на канал Альпачино Лайф, чтобы не пропускать итоги конкурсов. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои ролики. Всем пока!